Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели и YouTube-зрители. Радиоцентр «Сангейтс» начинает свои программы. Сегодня у нас 21 июля в Чикаго, 11 часов утра. Ну, а в Москве и в Минске, где находятся наши корреспонденты, в этот час 7 часов вечера. И, как всегда, по четвергам, после некоторого перерыва, у нас в эфире женская гостиная, ее хозяйка Анастасия Хрущинская. И, как всегда, у нее есть гость. Сегодня очень интересный гость, поскольку речь будет идти о предназначении и персональных реализациях. И гостя Настя представит сама. И, девушки, здравствуйте. Здравствуйте, Миш, здравствуйте. Спасибо огромное. Да, у меня, я очень рада опять оказаться в эфире после достаточно продолжительных каникул, которые были очень-очень насыщенные, интересные, и я обязательно освещу это в наших программах, прямо у меня уже тут целый план созрел. А сегодня я с огромной радостью распахиваю двери нашей замечательной женской гостиной, приглашаю наших слушателей присоединиться ко мне и моей гости, которую зовут Анна Базилика. Анечка, привет! Здравствуйте, Анастасия. Да, и мы сегодня действительно будем разговаривать о предназначении персональной реализации не только, потому что мы с Аней, когда обсуждали план нашей беседы, то есть столько тем вскрылось, вообще просто можно целый цикл программ сделать. И я хочу представить буквально парой слов Аню. Анна, она занимается интернет-предпринимательством. И она как раз, совершенно тема нашей программы, она выбрана не случайно, потому что вся жизнь Анина, она как раз была сосредоточена на том, чтобы понять, как найти свое предназначение. И даже Аня, нам, я думаю, она нам обязательно расскажет, что она специальный даже тренинг по этому поводу прошла и занималась, даже людей консультировала. И Анна Базилика, интернет-предприниматель, веб-мастер, SEO-оптимизатор, инвестор в сайте. И в начале 2013 года, когда Анна работала аналитиком финансовым в Москве, в крупной финансовой корпорации, она вдруг неожиданно поняла, что ее жизнь как-то неправильно течет. В общем, совсем не привлекательна эта офисная работа, да, и что-то нужно поменять. И очень хочется свободы, путешествия и побольше радости в жизни. Вот. И, в общем, Аня начала искать новые возможности. И сегодня мы как раз поговорим, как для женщины, что такое найти для женщины новые возможности, в чем они заключаются. И, в общем, собственно, вот так вот, я надеюсь, у нас получится построить беседу. Аня, я все правильно рассказала? Анастасия, да, спасибо большое. Спасибо, что вы пригласили меня сегодня на эту передачу. Да, все правильно рассказали, все так и есть. Вот. Ну, все-таки из ваших первых уст хотелось бы, конечно, подробнее услышать историю того, что же произошло, да, что послужило толчком изменения, да, вот именно в профессии, в выборе совершенно другого жизненного пути, нестандартного, хотя в наше время сейчас, может быть, это как раз и путь, который выбирают намного большее количество людей, и они ищут его, да? Угу. Вот, да. Могу рассказать свою историю, что послужило для меня таким сильным толчком. Конечно. Что было для меня такой прививкой. Я родилась и училась в городе Томске. Это такой небольшой город в Сибири. И когда я была студенткой, подруга мне рассказала о возможности поехать в Соединенные Штаты по программе Work and Travel в США. Для меня тогда это... Меня очень поразило, что я могу поехать в США на целое лето. И я настолько воодушевилась этой идеей. Полгода собирала деньги, изучала английский язык и отправилась в свое первое путешествие, потому что до этого я никогда не была еще за границей. Вообще даже за границей нигде, да? То есть там даже в банальной Турции. Да, даже в банальной Турции, потому что из Сибири как-то далеко туда ехать. И вот мои путешествия... ограничивались только Россией. Uh-huh. И вот я приезжаю в Америку, аэропорт Нью-Йорка. Для меня просто перевернулся весь мир. Я просто открыла для себя новую культуру, новых людей, эти магистрали. Все было совершенно сумасшедшим для меня.
И тогда я поняла, что я хочу познавать мир, я хочу путешествовать, и насколько это важно для меня. Вот. Но это был первый потом... звоночек, как я понимаю. То есть это был на самом деле еще не окончательное решение изменить свою жизнь, да, в другую сторону, а только еще, так сказать, первый знак. Ну да, первый знак. Но потом, после того, как прошло это сумасшедшее лето совершенно, я вернулась домой, закончила учебу в университете и решила переехать в Москву, поскольку в Москве больше возможностей, есть больше возможностей путешествовать куда-то, больше можно зарабатывать денег, больше путей открыто. И я начала карьеру свою в банке финансовым аналитиком. Вот. Но через какое-то время очень сильно заскучала. Я в любом случае восхищаюсь уже, потому что все равно из небольшого города сибирского, да, переехать абсолютно в другой ритм, в другую жизнь, потому что я вот сама из Москвы вообще родом, да, и я понимаю, насколько Москва, это почти как Нью-Йорк, на самом деле, такая же энергетика бешеная абсолютно. Ну да. Вот это, конечно, очень, очень серьезные изменения, на самом деле, тоже. И, но тем не менее, я так понимаю, что этим все не закончилось. Этим все не закончилось, потому что я росла по карьерной лестнице, зарабатывала больше денег, но какого-то удовлетворения и счастья не было. Я сидела на работе, смотрела в окно, как там гуляют люди, и думала, боже, они более... как они могут гулять днем, они что, не работают, и мне нужно сидеть в офисе. И у меня тогда родился план, что я должна быть свободной, я должна путешествовать, я хочу открывать для себя мир. И я стала искать разные возможности для этого, искать свое предназначение. Я думала, что не так со мной, почему мне это не нравится. Вроде бы это мои таланты, я училась 5 лет на то, чтобы заниматься этим. Но что-то вот внутри свербило и не устраивало в этой работе. И я начала вообще свои... вот финансовая сфера, она нравилась, нет? Она нравилась в качестве деятельности. То есть это, в принципе, был мой сильный талант. Я, ну... по образованию математик, и с детства как-то увлекалась этим. То есть сама деятельность мне нравилась. Но мне хотелось, чтобы я могла... Ну, я знала, что есть профессия фрилансера, и я могла бы работать где-то удаленно. Но, к сожалению, в банках там очень сильная секьюритизация, и такой возможности нет, чтобы сотрудник работал как-то на удаленке. Ну, только при условии собственного банка, наверное. Ну, да. Вот. И начала, в общем-то, свои поиски. Ну и к чему пришли? Пришла. В данный момент я занимаюсь созданием и развитием информационных сайтов. Создаю свои сайты, которые приносят там пассивный доход и которые позволяют мне путешествовать по миру. И также помогаю другим людям создавать и продвигать их проекты. Ну, я правильно понимаю, что такая работа, она как бы вот тоже, опять же, не сразу, да, она нашлась. То есть это не то, что вот одномоментно вы приняли решение, что я буду там заниматься вот сайтами, да, и вот это будет мое дело жизни. Все-таки еще какой-то был промежуточный этап, я правильно понимаю? Да, конечно, это такой был путь, на самом деле, где-то два года. Два года я думала, чем мне заниматься. Первая идея у меня была, это то, что я должна создать пассивный доход. Потому что так много информации об этом. Я читала книги Роберта Киосаки, где он пишет о том, что человек должен стать инвестором и как выбраться из крысиных бегов. И для меня это было розовой мечтой. И я думала, ну как же это сделать мне? И я исследовала всякие возможности для инвестиций. Инвестиции в недвижимость, ценные бумаги. Но мне это казалось все сложным и таким неоднозначным. Надо было много изучать информации, погружаться в это. Или требовались большие деньги для недвижимости и кредиты. Я не видела в этом своей финансовой свободы. Но однажды я узнала про инвестиции в сайты и вообще про сайты, что их можно создавать как какой-то проект. Создавать контент, привлекать пользователей и зарабатывать на нем, зарабатывать на рекламе,
на советах, на ссылках, на пресс-релизах. И для меня просто открылся новый мир, вот, в котором я себя нашла. А как вы считаете, то есть в этой деятельности больше плюсов или минусов все-таки? Я считаю однозначно. Ну, для меня вообще практически одни плюсы. Судите сами. Во-первых, этой профессией может заниматься абсолютно любой человек. Вы прям можете... так и любой, да, вот на самом деле это такой момент очень тонкий, потому что вот я могу сказать, да, ну вот скажем, берем блондинку, да, ну я не знаю, вот я не блондинка. Я блондинка, берем меня. Но все-таки, не, ну, Ань, вы математик прежде всего, поэтому для вас все-таки погружение в SEO-технологии, да, и в оптимизации, и вообще вот в работу с интернетом, они все равно близки по духу, да, и по образованию. У вас все-таки есть определенный бэкграунд. Но, скажем, я очень долго, много лет проработала в рукодельной среде. В рукодельной среде очень, очень популярно, да, вот блоги заводить, ну, потому что хочется делиться своими результатами труда. Но я в свое время даже написала инструкцию специально для девушек, как пользоваться, как установить программу для, определенную для вышивки, потому что многие просто даже не в состоянии были это сделать. Я, конечно, понимаю, что сейчас время очень сильно изменилось, там это как, я говорю о сроке там, 12-15 лет назад. Сейчас все по-другому, сейчас очень все быстро развивается, но все равно вот я даже сама, имея техническое образование, еще одно образование маркетинговое, и даже я на MBA училась, все равно я каждый раз, когда думаю, что мне нужно сейчас будет опять, вот, допустим, WordPress установить, у меня сразу руки опускаются, если честно, ничего делать не хочется, да? Освоить. Разве это всем подходит? Особенно женщине, да? Я считаю, что такая профессия, как блогер или создатель информационных сайтов, подходит... Да, практически всем, даже взрослый человек может разобраться. Я знаю такие примеры. Что? Я говорю, возрастной имеется в виду, то есть человек взрослый, потому что мы вроде уже все-то взрослые люди. Взрослый, я говорю, 50+. Ага, окей, хорошо. А мы еще молодежь. И тем более женщины, поскольку данная профессия, она позволяет, в общем-то, не сидеть в офисе и позволяет заниматься творчеством, развивать свой проект, то для женщин это, ну, я знаю, это очень важно, поскольку женщины, они в какой-то период своей жизни все-таки выходят и в декретный отпуск, и вообще женщины хотят больше быть рядом с семьей, посвящать свое время мужу и детям. И для них такая деятельность-хобби, она, мне кажется, наиболее привлекательна. И к тому же, я считаю, что такая профессия, как блогер, это вообще акт любви. Люди создают какой-то свой проект о своем хобби, о своих интересах. И развивают его так, хотят, пишут то, что они хотят, то, чем они реально пользуются. Дают советы своим пользователям, своим подписчикам. Поэтому я считаю, для женщин это вообще очень, даже больше подходит, чем для мужчин, такая профессия, как блогер. К тому же данная профессия позволяет путешествовать абсолютно свободно. Вам нужен для работы ноутбук, только интернет. К тому же вы можете свой блог или информационный сайт развить до такой степени, что он будет приносить пассивный доход. То есть создание контента вы можете даже делегировать копирайтерам, сотрудникам. Ну, это уже такая такой перспектива развития, все-таки, мне кажется, да, в данном вопросе. То, к чему мы можем прийти, потому что если мы начинаем свой проект, да, мы же начинаем, как правило, его сами, да, потому что для того, чтобы кому-то делегировать, для этого нужно уже иметь определенный доход. И нужно, чтобы кто-то, ну, по крайней мере, это же оплачиваемая работа, да, то есть если мы, скажем, начинаем с нуля, да, то не предполагается, что у нас есть какие-то средства к вложению. Ну да, да, с нуля, конечно, вы можете создать все сами, установить WordPress, это, ну, делается реально, сайт делается за один день, просто нужно найти необходимые инструкции в интернете, также есть сейчас множество курсов по созданию своего сайта. Я вот сейчас начинаю тоже такой проект, буду обучать людей делать блоги.
И вы можете пошагово просто погрузиться в это. Создать сайт нужно один раз. То есть вы один раз разберетесь в каких-то технических моментах и деталях, и потом для вас это уже будет просто. Вы будете просто заниматься контентом и привлечением своих посетителей, подписчиков. То есть ваше глубокое убеждение, что практически каждая женщина способна это сделать, да? Конечно. Нет сомнений. Женская программа, поэтому мы должны, мы тут немножко женщин как бы возвышаем и им даем вдохновение. И это очень важно, чтобы мы понимали, что действительно сложности, это мы все сами себе придумываем. Как правило, на самом деле, действительно, люди, мы находим отговорки, потому что мы чего-то не хотим делать, да, и тут у нас, вот, ой, мне некогда, ой, я занята, да, ой, я там работаю, ой, я устала. Ну, это, в общем, с любым делом, да, точно так же, как мы возьмем, допустим, если женщина любая хочет похудеть, да, то есть она действительно должна этого захотеть. Вот. Наверное, с интернет-предпринимательством такая же ситуация. То есть надо реально хотеть это делать для того, чтобы в этом разобраться и это получить. Ну, для этого мы сегодня и ведем эту передачу, чтобы вдохновить слушательниц наших, и чтобы они тоже могли открыть для себя какую-то новую сферу деятельности. Может быть, даже в качестве хобби первое время. Ну, я думаю, да, я совершенно согласна, потому что вот с точки зрения ведического знания, то есть это вот основное мое направление деятельности, не только радиожурналистика или писание текстов, да, я все-таки занимаюсь ведическим знанием и аюрведой. И для женщины вообще крайне важно в ее сферу деятельности ввести элемент творчества. И блогинг, и хобби развития, да, это всегда обязательно, это самый-самый, что ни на есть, творческий процесс, потому что когда у нас есть возможность самореализовываться, то мы тогда сможем достичь внутреннего счастья. Вот. И, собственно, в этом как раз и заключается, наверное, наше предназначение. И мне бы как раз хотелось вот задать вопрос. Я знаю, что вы проходили очень интересную программу, которая называется Foundation of Brilliance, да, у такого известного американского психолога Бернарда Перси. И вы даже по этой программе, я знаю, очень долго, длительное время работали. Раскрытие талантов и способностей, она на русском языке так звучит. И вот все-таки немножко об этой программе, потому что я знаю, что очень многие люди, они боятся что-то начать делать, потому что для них, например, сложно найти ту нишу, в которой они талантливые, в которой они могут быть успешны. Потому что вот я уверена, что вы с этим сталкивались. Женщина, например, она себя обесценивает. Это нормальная ситуация, особенно женщина, которая выросла в России. Это вообще, вот я как уже человек, поживший некоторое время на Западе, я вижу, что мы просто себя, русские женщины, недооцениваем капитально. Да, и это самая главная проблема. И вот, например, там девушка хорошо готовит, но она ей даже в голову не придет, что она, например, талантлива в этом вопросе, или она там, я не знаю, что еще можно привести как пример, шикарно варит варенье, да, вот это ее конек. Или вот у меня есть потрясающая абсолютно подруга, которая декорирует торты. И я уже ей неоднократно говорила, тебе надо обязательно этим заниматься, тебе надо развиваться. Ну что ты, я же не способна. Не, ну это так, только для себя, для своих. А там реальный талант. И человек просто себя принижает, он не хочет этого замечать. И как нам, вот, помогла ли эта программа вам найти именно такие точки, в которых вы талантливы сами и другим людям? Да? И вообще, в чем эта программа? Потому что очень интересная такая штука. Я почитала, я прямо заинтригована. Да, действительно. Когда я еще была в своих поисках и работала в офисе, ну, я все не могла понять, ну, чем же я должна заниматься, какая должна быть такая профессия, чтобы она меня вот полностью удовлетворяла, чтобы я каждое утро просыпалась и просто с вдохновением думала, сейчас будет мой новый день, я буду заниматься своим любимым делом. Ну, я думала, что же это такое? И я стала искать людей, которые могли бы мне помочь разобраться в себе. И я наткнулась на такую программу, она действительно называется Foundation of Brilliance, по-русски «Раскрытие талантов и способностей». И в Москве ее проводит один центр прикладного образования, куда я и направилась, в общем-то, за своей консультацией. Она длилась 2 дня,
Два дня тотального разбора. Два дня, обалдеть. Да. Да, то есть это прям вот детально, пошагово человек полностью погружается в себя, в свои таланты, в свои... он обнаруживает свою миссию, свое какое-то внутреннее стремление и прописывает, прописывает миссию, придумывает профессии, по которым он мог бы развиваться как виды направлений и создает свой план деятельности дальнейший. Я могу сейчас, поскольку после того, как я прошла эту программу, я настолько ею вдохновилась, и я прошла обучение на консультанта этой программы и помогаю также другим людям помочь их призванием. И чтобы сейчас эта передача, может быть, была максимально полезна, я могу провести такой минимальный, такой короткий процесс для слушателей. Может быть, у кого-то есть такая проблема, что они не могут найти свою вот точную реализацию, найти абсолютно, то дело. Абсолютно, я поддерживаю и совершенно точно могу сказать, что точно у кого-то есть обязательно из тех, кто нас слушает и будет еще слушать нас в записи. Это просто крайне полезно, так что проводим. Так, прошу всех слушателей передачи найти какие-то листочки, блокнотики и ручки, чтобы вы могли записывать и расслабиться, отпустить свои мысли и погрузиться в такой небольшой процесс. Первый вопрос, на который я вас попрошу ответить, это перечислите все свои таланты. Таланты не в таком глобальном смысле. Это могут быть какие-то даже маленькие вещи, которые у вас хорошо получаются. Какие вообще могут быть виды талантов? Например, вы хорошо ладите с людьми. Или вы замечаете красоту, вы можете сочетать цвета, вы умеете вкусно готовить, у вас там аналитический склад ума. Вспомните вообще за свою жизнь в школе, может быть, в университете, на работе. Что вот у вас хорошо получалось? Может быть, кто-то отметил, как здорово у вас это получается. И перечислите, запишите просто список своих талантов. Только прошу вас не обесценивать себя. Это основная вообще проблема людей, что человек действительно обладает каким-то талантом, но сам человек этого не замечает. Для него это кажется таким простым и естественным, и ему кажется, что это могут все. Но на самом деле другие люди, они просто восхищаются, когда видят, когда этот человек талантливый что-то делает. Прошу вас записать даже какие-то маленькие вещи, которые, может быть, вы считали незначительными. Так, следующее, что у нас будет. Ну, наши слушатели, которые сейчас с нами в прямом эфире, они будут все экспресс писать, да, а те, кто, а потом можно нас будет послушать в записи внимательно, да, и ставить на паузу и все записывать. Так что мы не будем очень долго задерживаться, а делаем так экспресс, быстро по пунктам разбираем. Следующий пункт. Дальше, следующий этап. Важно определить черты вашего характера и чем вам нравится заниматься. Часто эти черты характера, они следуют из тех талантов, которыми вы обладаете. Так, например, человек, который очень коммуникабельный, он может быть открытым, веселым. Человек, который любит с цифрами там, как-то обращаться, он такой тщательный, внимательный. Просто перечислите черты вашего характера, какая вы. И также важно здесь записать, чем вы любите заниматься. Не то, какой у вас талант, а что вам прям вот нравится, чем заниматься. Может быть, вы любите вышивать, или вы любите болтать, или вы любите убираться, или вы можете, любите фильмы смотреть, и можете просто днями напролет смотреть фильмы или читать книги. Здесь важно все. То есть, опять же, не принижая себя и да не забывая каждую мелочь. Да. Кроме того, здесь запрещено говорить о себе в каком-то негативном ключе. То есть мы не пишем, там, что я некоммуникабельна или трудно нахожу контакт с людьми. Мы пишем только о своих главных хороших качествах.
в чем то есть мы сильны. Пишем только в позитивном ключе, да? Да, это очень важно. Важная часть также в этой программе, что воодушевить человека. Когда консультант сидит напротив как бы клиента, то есть треть успеха этой консультации в том, что воодушевить человека, что оценить то, что он обесценивал, может быть, до этого, или кто-то обесценил. На самом деле, обесценить нас могли даже наши собственные родители, да, и, собственно, они нас, как правило, очень часто обесценивают. Если вот посмотреть, как психологи работают, то очень многие проблемы у нас из детства, к примеру. Не только чужие люди, а в семье, в общем, чаще всего и происходит обесценивание ценности человеческой. Ну вот важно вернуть эту ценность и слушать только себя и свое сердце, и чем хочется заниматься. И не обращать внимания вообще, что говорят другие люди. Они же не знают, ваша душа, она зачем вообще пришла, что ей хочется. Дальше третий этап, самый главный этап, в котором определяются ценности и убеждения человека. Это то, что для вас важно. Запишите ваши ценности и убеждения. Например, приведу примеры. Это я привожу пример не для того, чтобы вы могли выбрать из них, а просто чтобы... Понятно, что имеется в виду. Да. Например, вот для меня одна из самых главных ценностей – это мне важно быть свободным в выборе места и времени работы. Другие еще примеры. Мне важно, чтобы вокруг были чистота и порядок. Мне важно зарабатывать много денег. Мне важна красота и эстетичность окружения. Мне важны добрые человеческие отношения с окружающими. Мне важно много бывать на природе. Мне важна экология нашей планеты. Или мне важно помогать другим людям. Дам небольшие ключики. Часто бывает, что мы видим какую-то проблему в мире, там, в нашем городе, в окружении, и мы как-то хотим ее решить. И почему мы вообще видим эту проблему? То есть наши внутренние убеждения не соответствуют как-то тому, что, может быть, происходит. И человек думает, что он мог бы сделать это лучше. Или как-то принести пользу. Вот этот пункт ценности и убеждения, он о том, чем я могу быть полезным для окружающего мира. Что для меня поистине важно, за что я готов взять ответственность, чтобы принести это в мир. Так, например, дизайнеры интерьера, для них очень важна красота, они везде видят, у них там, куда бы они ни пришли, что бы ни делали, для них просто очень важна эта эстетика. Для кого-то важно, чтобы все было по полочкам и по порядку. Для кого-то важно воодушевлять людей, чтобы люди были сильными, ощущали свою силу, могли действовать. И вот такие люди часто выбирают профессию преподавателей или коучей. В общем, третий пункт. Из него, если вы глубоко его проработаете, вы можете даже прописать свою миссию. Миссия — это что-то, за что вы готовы взять ответственность, и что для вас очень важно, очень какое-то сильное, глубокое убеждение. Вот. И что теперь с этим всем этим делать? После того, как человек пропишет свои таланты и свои черты личности, и свои ценности, вы можете составить примерный образ жизни, который бы вы хотели вести, занимаясь своим любимым делом. Он основывается и на талантах, и на убеждениях, и на чертах характера. То есть, ну, вы прям можете написать такой «мой идеальный день». Например, я люблю общаться с людьми. Я хочу, чтобы этого в моей жизни было много. Я не хочу там в офисе сидеть, да, напротив компьютера, а я хочу общаться. Или там «я хочу путешествовать, быть свободным». Или я, наоборот, там, люблю цифры, и я хочу вот несколько часов в день заниматься какими-то расчетами.
И вы прям берете лист отдельный А4 и прописываете свой идеальный день. Какой день вы хотите прожить? Не то, что один день прожить, а какими вы вообще хотите, чтобы были ваши дни. После этого, основываясь на всех этих ответах, вы можете придумать какие-то профессии или виды деятельности, которые могли бы вам подходить. Это может быть какой-то список. Но это уже сужает, конечно, список профессий, и более четко видно, какой образ жизни и какие таланты он должен учитывать. И самое главное – это миссия. То есть здесь вообще часто бывает очень понятно, когда человек четко прописывает свои убеждения и ценности, из них часто следует, в общем-то, профессия. Ну, бывает не точно. Так, например, профессии там, учителя, учителя или дизайнера, или психолога. Из этих пунктов можно уже, в общем, разобраться, да, какая профессия может подойти. А если, скажем, у человека много очень талантов, да, если он такой разносторонняя личность, вот, как, помните, такой был детский стежок, прям кружок-кружок по фото, мне еще и петь охота, и в кружок по рисованию нас еще приглашали, да, там что-то такое. То есть вот хочется и то, и это, и пятого, и двадцатого. И вот мы не знаем, и мечемся, и не можем понять, что же нам хочется. Но бывают же разносторонние личности, и вроде бы они, и вот тут немножко, и здесь немножко, и профессионалами не становятся, да, но вроде бы как бы и талантливы во всем. И скучно так вот жить, все время чем-то одним заниматься. Что в этом случае делать? Есть какие-то советы? Угу. Ну, вообще, это как бы больше хорошо, когда у человека много талантов. Лучше, чем когда их человеку кажется, что у него их нету. А, тут важно обратить внимание на то, чем вам больше нравится заниматься. И что бы вы хотели привнести в этот мир? Что для вас важно отдавать этому миру? И вот это, конечно, стремление... Это такой духовный вопрос, на самом деле, глубокий получается, да, уже? Ну, на самом деле, да. Нахождение своего призвания, я считаю, это вообще абсолютно духовным вопросом. И чтобы... разобраться в этом, нужно найти какой-то коннект со своей душой и понять, а для чего я сюда пришла вообще, в этот мир, а что я хочу привнести, а что я хочу дать людям. Мы не должны забывать об этом, и это очень... Ну, нет, я совершенно с этим согласна, я просто как бы вот хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что это, наверное, это один из первостепенных вопросов, потому что мы, вот эта душа, которая в нас живет, да, она не случайно сюда приходит, в этот мир, и безусловно, мы должны приносить пользу. Я знаю, у вас есть чудесная абсолютная история, про то, про как раз про реинкарнации, да, мне вот очень она просто прям задела за живое, и, ну, в тематике нашей радиостанции она бы прозвучала вообще замечательно, может, вы расскажете, как раз, почему вообще в этот мир такое количество душ приходит? Да, это случилось совсем недавно, буквально недели где-то две назад. Это была такая закрытая вечеринка, и там я познакомилась с руководителем института реинкарнационики Марисом Дрешманисом. И он, то есть его деятельность заключается в том, что он проводит процессы и вводит людей смотреть их прошлые жизни. И при мне несколько людей прошли этот процесс и рассказывали о том, что они видели. И если до этого у меня были еще какие-то сомнения на тему, там, а душа ли я, а были ли у меня прошлые жизни, то в этот момент для меня это просто стало знанием, что я душа. И когда я с ним говорила, я, ну, задала ему несколько вопросов, которые меня действительно интересовали долгое время. Я не могла как бы сложить этот пазл в голове. Я спросила у него: «Марис, как ты думаешь, почему так растет население Земли? Ведь реально, если посмотреть статистику, население планеты очень резко увеличилось за последний год, за последние 100 лет
100 лет назад население планеты составляло около 1 миллиарда людей. То есть за все те тысячелетия, там, или не знаю, сколько существует человек, миллионы, может быть, лет, население выросло только до 1 миллиарда. И вот за наш последний век такой технологический, за последние 100 лет, мы уже перешли планку 7 миллиардов. То есть, если посмотреть на график... 50, по-моему, даже вот в очень близко, в ближайшем будущем уже 8 даже нам пророчат. Да, то есть рост населения планеты, он просто колоссальный. Если посмотреть график, то есть это такая прямая линия где-то внизу, и последние 100 лет просто резко вверх. И я спросила его, как души, что ли, новые рождаются, они размножаются, что вообще с душами происходит? А он сказал, что времени как бы его нет на самом деле. Ты можешь воплотиться сейчас в этом времени, потом в времени там прошлом каком-то. Но все хотят воплотиться в какое-то интересное время. Сейчас появился интернет, есть самолеты, можно путешествовать, исследовать, открывать для себя что-то новое. Мир стал очень интересным, и открылись много границ, много возможностей появилось. И люди хотят воплотиться именно в это время, достать его, посмотреть, пожить, прожить здесь какой-то опыт. И меня тогда это просто так сильно зацепило. Я подумала, ведь действительно... У моих родителей, например, которые там выросли в Советском Союзе, не было никогда такой возможности даже выехать за границу практически. Ну, интернета, понятное дело, не было. Там последние 15 лет он только начал развиваться в России. Ну, не только в России, на самом деле. Я вас уверяю, что и, в общем, это такая... Сейчас технологии стали развиваться настолько быстро, что они стремительно развиваются одновременно практически по всему миру. Ну, если мы говорим о развитых странах более-менее. И, кстати, сказать, что интересно, что, допустим, абсолютно могу по собственному опыту сказать, что в России даже интернет в некотором смысле гораздо круче, чем в Америке, в стране, в которой он зародился, да, если мы так, ну, субъективно об этом поговорим, потому что в России более современные технологии применяются, идут все скорее, проще, дешевле и вообще намного даже больше возможностей. И, кстати, вот с точки зрения вот именно эзотериков, я беседовала с некоторыми ведическими учителями, они считают, что души приходят вот именно сейчас, потому что тоже очень-очень можно быстро достичь духовного роста, потому что действительно у нас есть возможности найти свое предназначение, опять же, как у нас, как у женщин, например, да, 100 лет назад столько возможностей у женщины не было, и я не говорила о эмансипации, да, вообще ни разу, а я говорю действительно о настоящих там возможностях, эмансипация, конечно, тоже хорошо, вот, и в общем, и в брюках тоже есть свое преимущество, но, тем не менее, именно развиваться как личности и выражать свою творческую, делиться с этим миром своим творчеством, да, своим жизненным началом, у женщины как раз, мне кажется, появилась именно сейчас, вот особенно в последние там 20-30 лет женщина очень далеко шагнула в своем собственном развитии. Да, полностью согласна. И я считаю, что мы просто не имеем права не воспользоваться тем, что какие возможности нам открываются. Это настолько круто, что мы можем купить билет на самолет прямо сегодня улететь вообще в другой конец света. Мы можем пожить с какими-нибудь африканскими племенами, мы можем увидеть индейцев, мы можем побывать на разных островах. Наши предки даже и не мечтали об этом, они просто даже себе придумать этого не могли, даже, может, не знали, что там есть какие-то еще острова. И буквально... там последние 10-15 лет просто открываются огромные возможности для человечества. И я считаю, что многие пришли сюда и воплотились, может быть, именно вот ради этого. Может быть, как-то их миссия связана с тем, что они могут путешествовать и исследовать, они могут быть свободными, у них есть много возможностей. И для меня вот этот разговор был просто переломным. Я решила, что я должна... открывать новые возможности для людей и показывать им, как они могут зарабатывать,
онлайн, как они могут заниматься творчеством, как они могут быть свободными. Ведь многие люди, ну, они как бы знают об этом, но ничего не предпринимают, или, может быть, у них нету веры или сил. К тому же сейчас в последнее время в интернете очень много всякого шума и такой информации, типа заработай там $5000 без вложений, и много такого, такой странной рекламы, и люди уже просто перестали верить. Они думают, что это все их обманывают. Ну вот в России, я не знаю, как дела обстоят в США, но в России люди уже, ну, просто перестают верить. Но на самом деле в интернете действительно можно зарабатывать, и занимаясь любимым делом. Можно же посмотреть, и эти люди существуют, их достаточно много. У нас в России, вот, например, YouTube-блогеры, самые популярные YouTube-блогеры, я смотрела несколько дней назад, Катя Клейб и Соня Есьман. Mm-hmm. Это девочки-школьницы, которым, ну, они начали еще, когда были, учились в школе, сейчас им около 20 лет. И они рассказывают просто о своей жизни, там, что у них находится в шкафу, там, как они реагируют на что-то, как они общаются со сверстниками. У этих девочек по больше миллиона подписчиков, и они зарабатывают сотни тысяч долларов в интернете. Вот, пожалуйста. Если вы зайдете в Инстаграм, также можете найти множество примеров людей, которые раскрутили свой блог в Инстаграм и общаются с клиентами и зарабатывают на этом. Ну, вот как пример могу привести. Ну, это не совсем блог. Мой друг развил аккаунт в Инстаграме с рекламой часов наручных. Ага. Не помню, были ли это от Apple часы, ну что-то такое новомодное. И он собирал кучу подписчиков, люди интересовались, лайкали. И он нашел поставщика и просто передавал ему заявки. И с каждой заявки там имел какую-то сумму денег. После того, как он развил достаточно этот свой аккаунт, прошло буквально 9 месяцев, он продал это как существующий бизнес и заработал на этом очень даже немалые деньги. Это я к чему? К тому, что мир сейчас просто перевернулся. Возможности создаются там, где мы даже не могли никогда подумать, что можно просто выкладывать какие-то картинки и зарабатывать на этом миллионы. Для моих родителей это кажется вообще просто смешным. Типа, как это возможно? Но на самом деле сейчас это возможно. Действительно, это мир идей, и люди, если будут более внимательны, они будут находить эти возможности. А главное, как быть с таким моментом, как неуверенность в себе, да? Вот, допустим, вот, скажем, ну, берем там абстрактную девушку, да, вот мы, у нас женская передача, мы про женщин все больше. Вот она замечательно там красится, да, она что-то там делает или, не знаю, там, увлекается, там, ну, не знаю, краской, там это, ногти красит, вот. Uh-huh. И, значит, и она решает, что она будет вот делиться с миром своим, так сказать, лакокрасочным вот этим вот крашением ногтей, да. Но ведь таких аккаунтов миллион. Вот. И очень много людей, которые хотят делиться, да. И ведь такой сразу здравый вопрос возникает. А почему я, да? А как оно у меня может получиться? Вот, чтобы я была успешна. В чем же, собственно, как достичь успеха, да? Как придать себе уверенность? Я знаю, что для меня вот вопрос, ответ понятен, да? То есть вот просто быть, ну просто делай, да, и все. И если ты по-настоящему это любишь, да, то ты, в общем, добьешься рано или поздно успеха. Хотя ты можешь, конечно же, потерять некоторую вдохновение, да, если вот успех не будет приходить. Что, есть какие-то советы для того, чтобы не сбиться с пути? Да, попробую рассказать свое видение. Во-первых, Анастасия, вы когда говорили об этом, что существует тысяча таких же блогов, вот вы сразу обесценили это, что существует тысяча таких же. Наоборот, это хорошо, что существует тысяча таких же. Значит, эта тема востребована. И
всякие вот девичьи дела, на самом деле, они сейчас даже более востребованы. То есть девушки в инстаграмах действительно создают блоги там о том, как красить, какой макияж, как красить ногти. Казалось бы, такие несерьезные темы, некоммерческие, но именно они привлекают много пользователей, других женщин, которые также ухаживают за собой и которые готовы тратить деньги на что-то. И вы можете как какой-то товар им рекламировать. Даже не обязательно, что это будет какая-то реклама, там, которая вам не нравится. Вы можете просто рассказывать о том, чем вы сами пользуетесь, и давать советы там, девушкам, там, какие товары хорошие, какие нет, что вы попробовали на собственном опыте. Как избавиться от этой неуверенности? Просто создать в один момент, я не знаю, должно быть, вы должны дойти до какой-то пиковой точки, что все, надоело. Я делаю там свой блог, или я хочу зарабатывать в интернете. И все, не обращать внимания на окружающих людей, что они говорят. Просто начать делать первые шаги. Мне тоже было страшно, когда я начинала заниматься, там, рассказывать другим людям о том, как зарабатывать в интернете, там, на своих блогах. Но практически сразу же люди писали много слов благодарности, и это всегда очень воодушевляет и мотивирует. Люди, на самом деле, они не злые, они начнут вас благодарить и ценить за ваш труд. Просто начните. Но также найдутся люди, мне одна девочка написала, типа, чем вы вообще занимаетесь? Там, типа, существуют такие суперпрофессиональные блогеры, вот они должны как бы учить, а вы еще не достигли как бы такого масштаба там личности. Немножко неприятно, но всегда эти люди найдутся, которые будут или с завистью как-то относиться, или, может быть, у них просто плохое настроение, и они хотят высказать свое мнение. Важно не слушать их, потому что я часто встречаю такие злобные комментарии там на чьих-то блогах. Важно не слушать их. К сожалению, обратная сторона интернета в том, что люди очень часто им в лицо боятся сказать, да, в интернете как раз высказывают все, что не попадя, да, свою какую-то негативную реакцию выбрасывают очень легко. Ну да, да, никто же не сможет там ударить или что-то. Интернет, он такой обезличенный немного. И важно поверить в то, что вы будете делать, и начать делать. И еще хочу сказать, что вы никогда не знаете, какие возможности перед вами откроются. Вы просто сейчас этого не можете себе даже представить, потому что у вас нет опыта, и вы это не делали. Но когда вы начнете, вы сделаете первый шаг, и второй, вы просто удивитесь, как... Если вы будете делать это с любовью и отдачей, просто мир эту любовь он примет, и он начнет вам посылать какие-то новые возможности. Вот я так не могла даже представить себе в своих мечтах, что я буду выступать на радиостанции Чикаго для русскоговорящих людей в Америке. Ну, вот, кто мог вообще об этом подумать? Спасибо интернету, новым возможностям. Да. То, что мы с вами нашли друг друга и смогли как раз реализовать эту передачу, замечательную эту программу, и запустить ее в эфир, и рассказать о таких интересных вещах нашим слушателям. И еще, ну не знаю, у нас уже немножко времени осталось, буквально какие-нибудь, может быть, интересные истории, может быть, у вас есть в арсенале такие, которые вы делитесь со своими студентами, да, на своих вебинарах, чтобы вот именно для воодушевления людей и для того, чтобы люди не боялись начинать что-то новое и заниматься творчеством, потому что я сама это безумно люблю и считаю, что это вообще просто в этом как раз соль нашей жизни. Как только творчество мы впускаем в нашу жизнь, а тем более женщина, да, потому что женщина вообще должна, если мы, опять же, возвращаясь к ведической традиции, да, то есть такой замечательный труд ведический, который описывает 108 искусств Сарасвати. Женщина чего только не должна уметь делать, обязательно, просто она без этого даже женщиной не может заниматься. Если мы почитаем об этом, то мы очень сильно удивимся, и это намного шире, так сказать, представление о женском функционале, который нам навязан, может быть, обществом, мнением. Там намного больше всего интересного.
Вот, если, кстати, можно даже дать нашим слушателям такой совет, если вдруг вы не знаете, чем заняться, вот прочитайте, что же умела делать Сарасвати, да, вот ее 108 искусств, может быть, вам что-то тоже подойдет, вас заинтересует, и вы тоже начнете в этом развиваться. Есть у вас? К сожалению, Сарасвати жила в другом веке, и она там не могла написать о том, что вы можете заниматься творчеством, создавая свой блог, занимаясь любимым делом или записывая видео для Ютуба. Так что сейчас уже можно расширить этот список, то, что никто не мог придумать. Ну да, предположить. Но тем не менее, может быть, вот какой-нибудь интересной историей вы поделитесь как раз о создании блога, о создании интернет-проекта, который бы вот именно показал женскую реализацию. Угу. Ну, я могу поделиться одной историей, как я уволилась с работы окончательно последний раз. И история про то, что стоит делать первый шаг, и вы не знаете никогда, какие возможности перед вами откроются. Расскажу о том, как я работала на своей последней работе, и я поняла, что все, я так больше не могу, это не мое. Я хочу уехать куда-нибудь, где море, солнце, пальмы. Все, у меня просто настала точка кипения. И я хотела поехать в Таиланд, это моя любимая страна. Я просто себя уже там видела, но мне было дико страшно. Я вообще не понимала, что я там буду делать. Как бы я одна прилечу в Таиланд, где там буду вообще жилье искать. Там люди ездят на байках, я байк водить не умею. Что я там потеряюсь вообще, может, сниму какую-то хижину в каком-то лесу и буду там одна сидеть целыми днями. У меня было такое представление, то есть, ну, было реально очень страшно уехать надолго, просто бросить все, бросить свою работу, заработок, бросить своих друзей и просто умотать на другой конец света. Но какие-то внутренние силы пересилили меня, и я купила себе билет. Просто билет в один конец и полетела. И вы знаете, просто все события начали складываться уже, когда я начала стоять в очереди на посадку. Я познакомилась с девочкой, с такой же, как и я, которая летела отдыхать. Мы разболтались и очень подружились. По приезду меня встретила знакомая знакомой, забрала из аэропорта. Просто предоставила дом для жилья, сказала, что она завтра уезжает на другой остров, поехали со мной, там у меня есть друзья, поехали в ретритный центр, где в Пхаван есть такой центр на самый, там, на ретрит. В общем, просто с момента, когда я встала в очередь на посадку самолета, со мной стали происходить много событий, появилось много друзей, много деятельности. И даже мне просто никакой проблемы не было в путешествии. Просто все само складывалось и приходило. Можно сказать, что начали происходить чудеса, да? Вот просто, да. Мы, опять же, вот потому что мы очень часто все обесцениваем, да, мы даже чудо не замечаем в нашей жизни. А вот когда вот именно мы живем осознанно, то вдруг мы начинаем понимать, что все же, что происходит, это прямо такие маленькие чудеса, из которых ткется вот это полотно нашей действительности. И когда мы все это принимаем с любовью и благодарностью, то все Вселенной же нету ответа «нет» ни на что, да? Она всегда нам отвечает «конечно». «Да». «Да сейчас», «Да чуть позже» или «Да, но у меня есть вариант для тебя получше». Вот, поэтому... Конечно. Главное не бояться и действовать, и исходить из желания своей души и делать что-то с любовью, помогать другим людям, отдавать. И блог... Профессия вообще такая, как блогер, я считаю, что это очень творческая профессия, и она дает реально реализацию. Ну, мало того, что вы можете зарабатывать на этом, вы еще также создаете свой бренд, и у вас появляются единомышленники. Причем эти единомышленники, они могут быть вообще с любой точки планеты. Если вы делаете блог...
Я совершенно поддерживаю, потому что в свое время, когда я сидела со своим сыном, еще там 10 лет назад, когда он был совсем крошечный, да, и вот меня как раз через интернет, я занималась рукоделием, и вдруг у меня появились знакомые вообще по всему миру. Я еще тогда вообще вот не была в Минске, не жила в Минске, но, например, большинство моих минских подруг как раз образовались вот в ту пору интернет-знакомств, форумов, всяческих вот таких вот моментов. И благодаря интернету и блогингу отчасти, да, я очень успешно нашла огромное количество людей, близких мне по духу. И до сих пор, и много уже лет прошло, и я, может быть, уже не так близка к рукоделию, как в тот момент, когда я была молодой мамой. Но эти люди, они в моей жизни присутствуют и дарят мне невероятные чудеса. Вот, поэтому я просто поддерживаю и двумя руками за. Я совершенно с этим согласна. Вот. Более того, у меня даже была замечательная история про то, как мои друзья ехали в Норвегию, и я написала своей как раз интернет-приятельнице, и она их там принимала, встречала, организовывала тоже экскурсии по Осло. Совершенно тот человек, с которым я никогда в жизни не встречалась, но именно благодаря интернету, и мы очень близки и очень дружим. Вот. Я думаю, что у вас тоже масса таких примеров, когда через какие-то вот такие статьи свои, через какие-то реализации люди приходят, благодарят, и потом они становятся вашими духовными соратниками и близкими для вас людьми. Вы даже не представляете, насколько это приятно, когда люди пишут слова благодарности. И вот как вы, например, Анастасия, сказали мне, что я вас вдохновила. Ну, это просто... очень приятно слушать, и появляется огромная мотивация и воодушевление для того, чтобы делать свое дело дальше. Ведь на первых этапах это же не сразу Москва строилась. На первых этапах бывает очень сложно начать. И первое, что вы делаете, могут пройти там месяцы даже, и вы не будете видеть какого-то результата действительно. Может процесс быть очень медленный, потому что начать это сложно. И делать что-то, не видя результата, это сложно. Но главное быть упорным, стоять на своем. У вас точно все получится. Почему? Получилось у других людей? Получилось. А чем вы хуже их? Ничем. И если вы будете делать что-то от души, мир, конечно же, заметит это и отдаст вам. Замечательно. На этой позитивной ноте мы будем уже прощаться. И я хочу сказать еще буквально одну минутку, мы займем эфирного времени. Аня набирает курс сейчас по блогерству, если кто-то хочет, да, правильно, Аня? Да. Я сказала, что вы сейчас набираете курс по блогерству и будете проводить онлайн-занятия. Вы можете присоединиться к этим занятиям из любой точки мира, и Анины координаты можно посмотреть у нас в анонсе, да, и в соцсетях, и в Фейсбуке, в ВКонтакте, и в нашем YouTube-канале, когда мы выложим запись программы, там тоже будет, в общем, Анины координаты, и можно будет к ней записаться, наверное, на курс. Когда курс начинается? Курс начинается через неделю, 28 июля, то есть уже скоро, и будет состоять из 9 занятий, таких пошаговых, где мы будем вот как раз все те трудности, с которыми сталкиваются новички, мы будем прям вот подетально все разбирать, чтобы у вас уже был готовый проект, готовый сайт, у вас было понимание, как его развивать, на чем вы можете зарабатывать. Вот все эти вопросы мы детально пройдем в команде. Дорогие мои подруги, дорогие наши слушательницы, обязательно уделяйте в своей жизни время творчеству. И я вас уверяю, ваша жизнь наполнится смыслом, и вы станете гораздо счастливее. И это самое важное, что есть у нас, потому что когда женщина счастлива, то становится счастлив этот мир, потому что эта вселенная, она имеет женское начало. Спасибо огромное. Согласна. Да, у нас сегодня в гостях была Анна Базилика, и с вами была Анастасия Хрущинская. Мы с вами встретимся в следующий четверг в нашей программе «Женская гостиная». На этом мы с вами прощаемся и до новых встреч. Спасибо, Анечка, огромное. Спасибо. Было очень приятно побеседовать. Спасибо, да, спасибо, Настя. Я хотел бы добавить, что не только Вселенная, во Вселенную можно включить и мужчин. Так что со всеми вытекающими отсюда абсолютно точно, но мы сегодня просто немножко феминизма такого проявили, потому что у нас женская программа, хотя мужчин мы очень любим.
Правильно. И правильно делаете. Дорогие друзья, очень рад, что женская гостиная у нас снова в эфире. Настя, большое спасибо. И в скором будущем она появится на нашем канале на Facebook, где вы, если подпишетесь, будете получать не только эту программу, но и все остальные уведомления о ней. А потом это будет идти в Facebook. И контакты наши такие, www.sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это Sungates 108, это Skype, где вы можете задать вопросы, оставить свои замечания, комментарии и так далее. Sungates на английском языке, солнечный оборот, на конце буква S, Sungates 108. На этом, дорогие друзья, этот сегмент нашей программы заканчивается, и мы благодарим, что вы были с нами. Еще раз, Настя, Аня, большое спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания.